Бірінші қатысушылар, өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты! Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз өңірде коронавирус, туберкулез, гепатит, жыртық ішек инфекциялары мен сырқаттанушылық бойынша эпидемиологиялық ахуал, сондай-ақ сумен жабдықтау мәселелері өнім қауіпсіздігінің мониторингі туралы өтеді. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі спикеріміз айтып береді. Таныстырып өтейін. Ақмола облысының санитариялық эпидемиологиялық департаментінің басшысы Мусина Айнагүл Советқызы. Айнагүл Советқызы, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, сәлеметсізді. Сегодня тема брифинга нашего обширная. Она построена на тех вопросах, которые вы задавали на предыдущем брифинге. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции относительно стабильная. Сейчас вы видите, что в республике идет тенденция к снижению заболеваемости. У нас впервые с 15 июня, да, в сравнении с, между неделями, отмечается снижение в 1,1 раз. Но продолжают болеть невакцинированные. Поэтому, уважаемые жители Акмолинской области, кто еще не получил первый, второй компонент, третий компонент, четвертый компонент, то, пожалуйста, прививайтесь, прививочные пункты работают и в выходные, и в рабочие дни. Вы можете вызвать к себе бригаду на дом или в коллектив. Занятость коечного фонда на сегодня 41%, находится в стационаре 68 пациентов, среди них 11 беременных и 13 детей. 973 человека находятся на амбулаторном лечении. Население сейчас интересует тема заболеваемости туберкулезом. К сожалению, по итогам 7 месяцев мы отмечаем рост заболеваемости в 1,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано 190 вновь выявленных случаев. В прошлом году за этот период было выявлено 179 случаев. Показатель населения превышает республиканский показатель. Если по республике показатель составляет 22,5, то по нашей области данный показатель составляет 24,8. Наблюдается рост заболеваемости в Окольском, Астраханском районах, Биржансал, Егендыкольском, Ерементавском, Есильском, Крупалжинском и городе Степногорск. Среди подростков также отмечается рост заболеваемости на 2 случая. По одному случаю зарегистрировано это в Аршалинском, Бурабайском, Несильском, Целиноградском районах и городах Кукштау и Степногорск. 90% случаев приходится на туберкулез органов дыхания. Из числа этих заболевших 32 являются бактериовыделителями или, как мы говорим, БК+, которые наиболее опасны. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бактериовыделителей незначительно снижается. Среди контактных заболеваемость не зарегистрирована. В прошлом году за этот период было зарегистрировано 4 случая. Больные с запущенными формами туберкулеза являются резервуарами инфекции и наиболее опасны. В этом году у нас за 7 месяцев зарегистрировано 2 случая, в прошлом году в этот период запущенных случаев не было зарегистрировано и, соответственно, отмечается рост. Во всем мире туберкулез относится к социальным заболеваниям, и при проведении анализа впервые зарегистрированных случаев мы видим, что 35% приходится на неработающее население, 18% приходится на пенсионеров, и лица без определенного жительства, лица злоупотребляющие алкоголем, то есть деклассированные, как мы их классифицируем, приходится 6%. Также вот, настораживает регистрация заболеваемости среди женщин, которые находятся в послеродовом периоде. Это зарегистрировано 4 случая или 2,5%. Здесь женщин в ослабленном состоянии, да, и поэтому здесь тоже нужно после родов обязательно проходить флюорографию. Меры профилактики туберкулеза является вакцинация. Практически с первых дней своего рождения человек получает вакцинацию против туберкулеза. По итогам 6 месяцев охват новорожденных в роддоме составляет 90,6%. Однако из роддома без вакцины выписано 543 ребенка. Из них 84 по причине отказа.
не достигнут рекомендуемый показатель, не менее 95%, это в Бурабайском районе, где всего 91 новорожденный привит, в Жаксынском районе 92%, Атбасарском 93%, Астраханском 93% и Степногорске 92%. Основная доля отказавшихся, это приходится 59% на личные убеждения, 24% на религиозные и 16% на недоверие к вакцине. И здесь вот как следствие мы отмечаем, что рост среди регистрации, рост среди детей до 14 лет. По сравнению с прошлым годом отмечается у нас рост на 1 случай, в городе Кокшетау зарегистрировано 3 случая, в Степногорске 1 случай, в Целиноградском районе 2 случая. Одним из диагностических методов определения туберкулеза является прохождение флюорографии. На сегодня охват составляет 94% от подлежащего контингента, но вот в Окольском, Астраханском, Бурабайском, Ерементауском, Жаксынском, Сандыктауском районе и городе Степногорск данный показатель не достигнут. И при флюорографическом осмотре за период текущего года выявлено 168 впервые больных туберкулезом. Поэтому это очень хороший показатель выявления. Поэтому если вы являетесь декретированный контингент, и вам необходимо проходить флюорографию, пожалуйста, не затягивайте, своевременно проходите. Ну, туберкулез определяется при вне... Клиника туберкулеза – это кашель, слабость, потливость, температура, боли в грудной клетке, кашель. Ну, не всегда бывает кашель. При легочной форме туберкулеза – это диагностический признак, но если это другие туберкулез других органов, то это не будет дифференциальным признаком. Для того, чтобы выявить инфицированных больных, проводится проба МАНТУ. И детей с 15 лет проводят флюорографию. Вот сейчас, когда дети пойдут в школу, и всем будут ставить МАНТУ и определять степень инфицированности. Хотелось бы немного остановиться на качестве питьевой воды. На предыдущем брифинге мы озвучивали о том, что высокие показатели несоответствия воды. У нас имеется в области 19 лабораторий Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы, которые проводят лабораторные исследования воды в рамках государственного заказа. В этом году на строительство, восстановление объектов водоснабжения, установку комплексных блок-модулей по очистке воды по нашей области из республиканского бюджета выделено более 3,2 миллиарда тенге, с областного бюджета 0,4 миллиарда тенге. На завершение проектов республиканского бюджета выделено 1 миллиард тенге. Проводится совещание, буквально недавно проводили под председательством замакима области совещание, где всем акимам городов и районов даны поручения по разработке планов мероприятий. К сожалению, несоответствие воды у нас отмечается в ряде районов. Это Астраханский, Жаксынский, Жаркаинский, Кургалжинский, Шортандинские районы. Здесь связано с тем, что водопроводы питаются с открытых водоемов и неэффективно работают очистные сооружения. Местные исполнительные органы над этим работают. Вот по примеру города Кокшетау могу сказать, да, очень много нареканий со стороны жителей города Кокшетау по качеству воды, особенно в этом году. Но здесь источником водоснабжения в городе Кокшетау является Чаглинское и Сергеевское водохранилище. Вода, которая поступает в Сергеевское водохранилище, это субсидированная вода. И когда лимит денег исчерпывается, увеличивается подача с Чаглинского водохранилища, и здесь мы визуально можем видеть ухудшение качества воды. С 2006 года разработано технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Кокшетау. Неоднократно проводилась корректировка проектно-сметной документации. В настоящее время
Также проводится корректировка в связи с тем, что было удорожание проекта. На завершение необходимо 5 миллиардов тенге. И планируется в 2023 году завершение реконструкции водопроводных очистных сооружений города Кокшетау. И будем надеяться, что в этот раз уже это будет окончательно. Я знаю, что город Кокшетау, общественный совет, они выезжали в Мангистаускую область, да, где они смотрели очистные сооружения, которые хотят установить у нас в городе Кокшетау. Поэтому будем надеяться, что качество воды улучшится. Мы проводим мониторинг по качеству воды. Практически во всех дворах, магазинах имеются фильтры или аппараты по очистке воды. Мы проводили мониторинг. В этих аппаратах вода соответствует санитарным требованиям, но не рекомендовала бы употреблять сырую воду. Все равно нужно будет ее кипятить, потому что это частные аппараты, да, не всегда они проводят производственный контроль. И поэтому в целях предупреждения кишечных инфекций, связанных с употреблением недоброкачественной питьевой воды, лучше пить бутилированную или кипяченую воду. Вот как пример работы тоже над тем, что улучшается качество воды и реализуются проекты. Хотелось бы привести Жаксынский район, да, который так же, как город Кокшетау, на протяжении десятка лет был проблемный, потому что питается с открытого водоема, и там несколько сел подключено. Но на сегодня уже завершается реализация проекта строительства скважинного водозабора водовода села Жаксы Жаксынского района. И в ноябре планируется уже переключить водопровод, который питался с открытого водоема, на подземный источник. А подземные источники – это всегда защищенные, и где вода гарантированного качества. И думаю, что жители Жаксы тоже к концу этого года уже получат воду гарантированного качества. Одним из мер профилактики заболеваний вирусным гепатитом является вакцинация, которая проводится для детей. И сейчас у нас охват составляет 95%. Однако в некоторых районах он не достигает. Поэтому те, кто не привился против вирусного гепатита, пожалуйста, прививайтесь. У нас на сегодня отмечается рост заболеваемости вирусным гепатитом по области в 4 раза. И в целом по республике отмечается рост заболеваемости вирусными гепатитами. При этом заболевают невакцинированные. Поэтому вакцина, она себя зарекомендовала. И мы на сегодня видим только спорадические единичные случаи. Был вопрос и в прямом эфире, и в брифингах по мониторингу, по тому, как мы осуществляем надзор за пищевыми объектами. Хотела сразу бы разъяснить. У нас объекты делятся на объекты высокой эпидемиологической значимости и объекты незначительной эпидемиологической значимости. Высокой эпидзначимости – это объекты, которые мы проверяем согласно утвержденного плана. На каждый полугодие утверждается план, и это так ранее называемые плановые проверки или проверки по особому порядку. Здесь предприниматель уведомляется за 30 дней о предстоящей проверке, и мы потом выходим и проверяем. Объекты общественного питания с количеством посадочных до 50 мест, они не относятся к высокой эпидзначимости, поэтому мы их не проверяем. Также объекты торговли, они не являются объектами высокой эпидзначимости, поэтому плановым проверкам они не подлежат. Могут проводиться только внеплановые проверки и профилактические проверки. Но так как вы знаете, что на сегодня действует мораторий, и выйти, даже если поступит жалоба, сразу выйти и проверить объект мы не можем, мы должны согласовать это с Министерством здравоохранения, и только на основании приказа министра мы можем выйти на проверку, если действительно есть угроза здоровья, и связанная с данным объектом. У нас в этом году было 2 случая пищевого отравления. Это количество, когда более 5 человек. И по этим фактам нам, так как это были субъекты малого предпринимательства, были согласованы проверки, мы выходили, проверяли, и были выявлены нарушения, предприниматели были наказаны.
Поэтому проверка будет, но если будут конкретные факты, если вы столкнулись, да, с недоброкачественной продукцией, с случаями отравления, то, пожалуйста, подтверждающие документы, да, и обязательно нужно обращаться в медицинскую организацию, чтобы факт обращения, там, отравления, заболевания, он был зафиксирован, чтобы были основания для организации проверки. Кроме того, мы проводим мониторинг безопасности продукции. Что это такое? Это выделяются бюджетные средства, порядка 600 тысяч ежемесячно, и мы производим закуп продукции в магазинах, в торговых домах, в общепитии, и проводится анализ продукции. Если не соответствует, то выдается предписание предпринимателя. До моратория мы принимали меры, штрафовали. Сейчас даем уведомление, предписание, и потом предприниматель уже устраняет нарушения, повторно делает анализы и нас информирует. Если это связано с продукцией не казахстанского производства, не наших предприятий, то мы направляем информацию в комитет, и они уже, если это Россия, страны СНГ, они с ними отрабатывают. Если продукция, которая у нас выявлена, она с других регионов Казахстана, то мы направляем информацию в соответствующий департамент, и они уже принимают меры со своей стороны. Ну, по вот итогам мониторинга у нас 77% продукции не соответствовало по маркировке. И почти 9% по микробиологическим показателям и 8% по физико-химическим показателям. Ну, наибольшее количество несоответствия, почти 81%, приходится на страны, на импортную продукцию. Из них страны таможенного союза 44% и 36% это другие страны. По отечественным производителям несоответствие составляет 19% от общего количества. Поэтому мониторинг ведется, и если есть конкретные факты, обращайтесь, и мы, если будут явные угрозы здоровью, то мы будем направлять информацию в комитет и проверять объекты. И факты такие есть, мы принимаем меры. В принципе, у меня все. Пожалуйста, готова ответить на ваши вопросы. Құрметті әріптестер, сұрақ жауап бөліміне көшеміз. Есть ли вопросы? Большой год посвятили качеству воды, ролик читал, но я так и не слышал, на самом деле, пить можно будет из-под крана воду после проведенных работ? Когда будет завершена реконструкция водочистных сооружений, будем надеяться, как в городах Алматы там, и других регионах, можно будет пить из-под крана. Но здесь каждое предприятие, эксплуатирующее объекты водоснабжения, они должны проводить производственный контроль. У нас по городу Кокшетау у них есть своя лаборатория, в которой проводится ежедневно лабораторный контроль, и они информируют нас, если выявляются несоответствующие пробы. Ну, я думаю, после завершения и проведения всех работ уже можно будет не пользоваться и фильтрованной водой, да, можно будет пить из-под крана. Но все равно, даже если из-под крана, то мы все равно рекомендуем кипятить и пить бутилированную воду. Ну, еще один вопрос, это будет касаться всего города, ну, я потому что на Красный Яр, там, на дачный массив. Ну, вообще проект предусматривает по всему городу, только подачу воды. Все, спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі брифингімізді осымен аяқтаймыз. Құрметті Айнагүл Советқызы, ұсынған ақпаратыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Назарларыңызға рахмет.